привет всем. Ну вот, сегодня будем красить Поршика. То есть здесь почему я сделал переход, потому что там геморройно немного. Чтобы нормально сделать, то есть надо снять двери. А я решил, что сделать так, то есть, чтобы не заморачиваться. То есть здесь все будет хорошо. Что? Поехали. Будем пробовать лак. Ну, привезли 2 литра на пробу Кромакса CC 6500. Ну, попробуем. Говорят, что очень хороший. Как раз на черном цвету его и испробуем. Поехали. Thank you.
делаем выдержку. Давайте я вам покажу первый слой, как он выглядит. То есть здесь я дошел до сюда. Вот что у меня опять случилось. Хрен знает, откуда это все берется, блядь. Ну вот в одном месте насыпало. Не знаю. Лак жиденький, то есть, ну, на втором слое он свою толщину наберет. Первый такой он тонкий получается. Хорошо выглядит. Все, ладно, делаем выдержку. Здесь я сейчас еще пшикну, может, немножко подпитает. Залились. Сейчас они еще разойдутся. Вот они. Вторым слоем подольются. Все, 10 минут выдержки. Что, наносим второй слой.
на пыл. Так. Ой. Прошло минут 10 по переходику у нас. Эч. Эч. И вот этот на пыльчик, которого практически нету, то есть вручную можно как нефиг делать убрать. Тут, блядь, где он? Одна пылинка. Вторая пылинка. Там на первом слое что было, но она подлилась чуть-чуть. Мокрая дыра. Все красиво залилось. Короче, не хочет. О, поймала. Давай, поехали дальше. И все, и теряется фокус. Куда он фокусирует, я не понимаю. Лак выглядит обалденно, блеск его шикарный. Тоже делался переходик. И вот о чем я говорю. То есть, а здесь на дверях стоит такая пластмасска, и она очень в упор. То есть, ну, не получается, если только красить по бортику. О, здорово. Все, до новых встреч.